«Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Ты предпочитаешь молчание? Как и я, мое дорогое дитя. Как и я. Разве молчание не симфония смерти в оркестровке самого Ситиса? И разве не ирония, что я пришел к тебе как уведомитель темного братства? Меня зовут Люсьен Лашанс, и мой голос — это воля Матери Ночи. Она наблюдала за тобой, наблюдала, как ты убиваешь, восхищалась тем, как ты отнимаешь жизнь без тени сострадания. Мать Ночи очень довольна. Вот почему я стою здесь перед тобой. Я пришел, дабы предложить тебе возможность войти в нашу уникальную семью. Я нахожу твои манеры весьма приятными. Пожалуйста, слушай внимательно. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это, и когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Превосходно! А теперь, пожалуйста, прими этот подарок от темного братства. Это девственный клинок, и он жаждет крови. Пусть он верно служит тебе. Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся.